В ближайшее время в Германии начнутся предварительные переговоры различных партий о формировании федерального правительства. Кто будет в них участвовать, пока не решено. Ни одна из политических сил не набрала парламентского большинства. По данным ЦИК ФРГ, социал-демократическая партия Германии получает наибольшее число голосов – 25,7% и 206 мест в Бундестаге из 735. У блока христианско-демократического и христианско-социального союзов 196 мест. Консерваторов поддержали чуть более 24%. Для них это худший результат в истории. В парламент проходят также «Зеленые», «Свободная демократическая партия», «Альтернатива для Германии» и «Левая партия». Кандидат в канцлеры от социал-демократов Олаф Шольц заявил, что хочет заключить коалицию с «Зелеными» и «Либералами». Он призвал ХДС уйти в оппозицию. Ангела Меркель, занимавшая пост канцлера последние 16 лет, заявила, что после формирования следующего кабмина уйдет из политики. Кандидат на пост канцлера от консерваторов Армин Лашет также заявил о готовности формировать правительство. Наблюдатели сходятся во мнении, что партия «Зеленых» будет в новом правительстве при любом раскладе. По итогам выборов в 2017 году формирование коалиции заняло 172 дня. Результаты правой популистской партии «Альтернатива для Германии» на этот раз снизились до 10%.